Студия Softbox представляет. Озвучивали Принц Лимон и Яконя. Я все исправлю. О чем ты? Слышала, ты из-за меня уволился с работы в головном офисе. Взял вину на себя и ушел. Я могу все исправить. Могу вернуть тебе упущенную возможность. Все уже в прошлом, не чувствую себя виноватой. Это ничего не изменит. Дэхён. Директор Юэнджу. Надеюсь, впредь мы будем встречаться только по рабочим вопросам. Что ж. Садбиоль. Вернулись. Что с тобой? Неужто учишься? Да. И как тебе учеба? Ну, давненько я уже не напрягала извилины. Думаю, мне пора. Спокойной ночи. Да? Ну ладно. Сэдбиоль, будь осторожнее. Чем больше думаю, тем сильнее расстраиваюсь. Сначала бросила его, а теперь обниматься лезет? Вернуть упущенную возможность, ага, сейчас. Блин. И так голова из-за Инбёль болит. Стресс один. Наслаждайтесь. Спасибо. Позвоните, когда выйдешь 11-й том старшей сестры. Обязательно. Какая рисовка. Дэхён. Эй, Дальсик. Ты как раз вовремя. У меня просьба к тебе. Какая? Ну, следуй за мной. Иди сюда. Давай, давай. Встань вот здесь и скажи мне что-нибудь. Что сказать? Изобрази страдания. Вот так. И скажи, я могу вернуть тебе упущенную возможность. Я сейчас не в настроении шутки шутить. Ну, пожалуйста. Если не хочешь говорить, просто напой что-нибудь. Ну, знаешь, чтобы на слезу пробило. Просто пой, что хочешь, хорошо? Момент, момент. Что угодно? Да. Дальсик, давай, пой. Поехали. Something I tell you. Она все слышала. Ничего себе слышимость. Беда. Она не выходит из головы. Я же не могу поставить звукоизоляцию. Дальсик, хватит! Сам же попросил. Как же на его ушах медведь отплясывал. Кошмар. Это все благодаря звезде в круглосуточном? Конечно. Юэнджу талантливый организатор. Говорил же, она великолепна.
Слышал, менеджер магазина работал в нашей пиар-команде. Да. Помните сотрудника, который применил SLR и спас человека? Да, помню. 3 года назад вы так и не отблагодарили его. Может, воспользуйтесь шансом и поужинайте с ним? Ёнджу. Говорю как пиар-директор. Потому что хочу, чтобы ты именно так и делала. Не применяй насилие. И больше не проси прощения. Семейный реестр. Здравствуйте. Я Сытпёль, старшая сестра Инбёль. Здравствуйте. Не видела вас раньше. А что привело вас сюда? Без звонка? Ну... Вообще-то мы... Вот. Сытпёль! Когда ты приехала? Наш менеджер. Поздоровайся. Это моя старшая сестра. Давай выйдем и поговорим. Не будем вас отвлекать. Давай быстрее. Прошу прощения. Эй! Эй! Зачем пришла? Что задумала? Сама-то как думаешь? Пришла разобраться. Рехнулась, что ли? Это все ложь, не знала? Что будешь делать? Так они еще и сестры. Да не знаю, разберусь. Канджук заботится о сестре своей девушки. Что будешь делать? Наша сладенькая Инбёль привела сестрицу, чтобы она дала нам баблишко в честь твоего дебюта. Иди внутрь. Ты сказала, скоро урок вокала. Бегом! А я думаю, тебе стоит остаться и поболтать с нами. Найдем местечко потише. За мной иди. Принес. Ваш заказ готов. Приятного аппетита. Гринсик. Убедитесь, что он согласится. Спасибо. И вам? Здравствуйте, менеджер Чве! Лапшидон, лучший! Вы кто? Это ваша сестра? Меня зовут Пэгэнсик. Я был начальником Дэхёна, когда он работал в головном. Ничего себе, очень приятно. Взаимно. Говорят же, нет худа без добра. Так это точно про вас. Ага. Председатель Чо хотел бы поужинать с вами. Что? Председатель, с чего это вдруг? Ну, в знак благодарности за твою работу. Звезда в круглосуточном — это успех. Это точная идея председателя. А чья же еще? Конечно, это была идея председателя Чо. Я передам, что ты не против. Нет, мне нужно время подумать. Ты что, соглашайся? Тебя же сам председатель пригласил. Это редкая удача. Твоя мама такая мудрая женщина. Не переживайте, я позабочусь, чтобы он пришел. Вот, спасибо. Значит, да. До свидания. Да. Спасибо огромное, матушка. Не волнуйтесь. Зачем ты сказала, что я пойду? Конечно же пойдешь, тебя сам председатель пригласил. Боже. Прекрати этот цирк. Он... Здравствуйте. Добро пожаловать. Что? Ты ничего не слышала про деньги в честь дебюта? Слов нет. Гони бабло. Сейчас же. Хватит уже нести чушь. Да как ты смеешь? Получай! Не знаешь, что у нас есть? Смеешь пререкаться? Питайте ее. Плати вместо Инбёль за ее дебют. Заплатишь, мы будем молчать. Пока будешь исправно платить. Готовь приличную сумму, уж постарайся.
Менеджер Чхве! Менеджер Чхве! Что? Скорее, выходите! Быстрее, быстрее! Что случилось? Живо! Что происходит? Сыдбёль! Эй! Что произошло? Сыдбёль, что с тобой? Иди сюда. Венжо, что произошло? Сыдбёль, расскажи мне все. В чем дело? Опять подралась? Нет, просто с лестницы упала. С лестницы, конечно. Гопницы шантажируют Инбёль. Сыдбёль избили из-за нее. Гопницы? Те самые? Почему они шантажируют Инбёль? И почему так попала Сыдбёль? Похоже, Инбёль была в их банде, чтобы казаться круче. Они увидели, что Инбёль дебютировала, и вымогают у нее деньги за компрометирующие фотки. Сыдбёль, сначала отвезем тебя в больницу. Я правда в порядке, все не так уж и плохо. Менеджер Чхве, мне нужно вернуться на работу. Позаботьтесь о Сыдбёль. Она не хотела сюда идти, еле ее притащила. Позаботьтесь о ней, ладно? Надо обработать раны. Сыдбёль, я больше не могу на это смотреть. Давай сообщим в полицию. Или пойдем вместе в полицейский участок. Нет, уже все в порядке. Я сдам их вместо тебя. Правда, не нужно. Мы договорились, что это за то, что я избила их в прошлый раз. Сыдбёль. Честно, Дэхён. Тогда чего ревёшь? Плачешь, потому что больно? Мне больно не из-за побоев. Сердце кровью обливается, когда думаю об Инбёль. Чувствую, что сделала все неправильно, что не заслуживаю быть ее опекуном. Это не так. Не надо так думать. Ты старалась жить лучше и ни в чем не виновата. Никто лучше тебя не позаботится о твоей сестре. Мне хорошо это известно. Спасибо, менеджер Чхве. Спасибо, что позволили мне работать здесь. Что позволили остаться в вашем доме. Что волнуйтесь за меня. И подбадривайте. Вы такой у меня один. Я вам очень благодарна. Мне очень жаль. Простите. Все хорошо. Просто. Гадость какая. Погоди, погоди. А вдруг это он?
тот король танцев, которого ты ищешь. Спорт намного интереснее, когда смотришь его с азартом. Сделай ставку нашего спонсора 1xBet и побеждай вместе со своей командой. Сейчас возвращается множество спортивных событий, топ-лиг и кубков. Регистрируйся на сайте 1xBet с промокодом SOFTBOX и получай дополнительные бонусы. Идеально. Ты откуда здесь? Я постоянно здесь. Врунишка, ты меня преследуешь. И так день говнень, а тут еще ты. Больно надо на тебя пялиться. Ну давай. Нападай. Ты у меня выхватишь. Ой, напугала. Только попробуй. Я пошел за пивком, оставайся здесь. Терпеть не могу пиво. Если пойдешь со мной, возьми мои очки. Скройся. Забери свои очки, лови. Какой смысл в этих танцульках, а? Ты же художник, но никогда не рисуешь в срок. Вообще-то это тяжело. У меня всего один комикс, но даже с ним проблемы. Это потому, что в башке у тебя ветер. Это в сердце у меня ветер. Сердце? Мое сердце разбито на тысячи кусочков. Это не вопрос жизни и смерти. Для меня это важно. Боб Марли как-то сказал... На самом деле любой человек причинит вам боль. Вам просто нужно найти того, кто стоит ваших страданий. И я думал, что нашел ту самую. Тальсик, это лишь сон. Просто сон. Я хочу проснуться и не помнить ничего из этого. Где же ты была? Ненавижу. Бредятина. Как же так? Сетбёль, как ты себя чувствуешь? Все хорошо? Я в порядке. Ужас. Я так подумал, надо заявить в полицию. Я уже позвонила в полицию. Все разрешилось. Точно? Уверена? Конечно, я уверена. Из-за меня вы совсем не спали, наверняка устали. Я в порядке, совсем не устал. Иди домой, ты вымоталась. Нет, я останусь. Что? Но... А ну стоять! Ты что тут делаешь, Дэхён? У тебя встреча с председателем. Здравствуйте, а что за встреча? О, а что это с твоим лицом? Я упала перед магазином. Никто так не калечится от падения. Так что там за встреча? Председатель компании хочет встретиться за ужином с Дэхёном. Пиар-отделом и еще парочкой важных шишек. Дурачок. А, вот как. Это так, менеджер? Чего? Почему вы еще тут идите? Да нет, не хочу, я не голоден. Что за чушь? Ты обязан пойти, даже если не голоден. Не стой столбом. А ну-ка. Быстро! Крыша поехала! Решил показать, какую ты сильную, что ли, вперед давай! Мы пошли! Да. Переоденься на ужин! В костюме ты просто бог! Его бывшая тоже там будет. Опять, что ли? Лучше ему не задерживаться. Это кошмар. Худший кошмар всех времен и народов. Гмби, засыпай. Что за фигня? Слышу, как кто-то дышит.
Чувствую чье-то дыхание. Чье-то горячее дыхание. Я вижу сны наяву? Или это галлюцинации? Говно собачье! Эй! Ты что со мной сделал? Это я тебя спросить должен. Как больно! Где это я? Почему я тут? Это я должен спросить, что ты здесь забыла? Да я сюда даже за деньги не пришла бы. Я бы сам тебя в жизни не привел. Эй, шеф! Да. Поворачивай, шеф. Поворачивай. Вспомнил? Ты меня сюда притащил. Вот так. Расправь одеялко. Одеялко? Оно самое. Все ради моей богини. Блевать охота. Вспомнила? Ты заставила меня притащить тебя. Да плевать мне. Я ни черта не помню. Забудем все. Это наша первая встреча наедине. Черт, ничего этого не было. Вот и договорились. Держи рот на замке. Не туда, выход там. Молчи об этом. Черт возьми. Только нет, 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 нет. О, черт, цепёль. Что же делать? Что? О, нет. С ума сойти. Здравствуйте. Проезжайте, езжайте. Езжайте. Ужас какой. Да что со мной такое? Что? Черт! Что с тобой, Дальсик? Странное чувство в груди. Что это? Председатель, почему бы не назначить Чведа Хёна представителем франшизы? Это пойдет на пользу компании. Представителем франшизы? Директор Ю? Он работал в главном офисе, а сейчас управляет магазинчиком. Это будет часть одного из проектов по соцвкладу и поможет компании сблизиться с франшизой. Улучшим нашу репутацию. Здравствуйте. Прошу прощения за опоздание. Меня зовут Чведа Хён. Здравствуй, присаживайся. Три года назад ты спас человека, а я не угостил тебя ужином. Я сожалею об этом. Даже не поблагодарил тебя? Вам и не нужно было. Все хорошо. Прими мою благодарность. Ты здорово справился с той программой. Наша репутация на высоте. Ну и каково это управлять магазинчиком после работы в офисе? Как сказать? Не знаю, можно ли так ответить. Но чувство, что побывал по обе стороны баррикад. Мне нравятся твои слова. Можно укусить? Осторожней, осторожней. Мягче, мягче. Настоящее золото. Оно самое. Ты хоть знаешь, сколько это стоит? Эй, еще что-нибудь дали, а? Поблажки какие-нибудь, а? Что за глупости, мама? Ничего такого, иди домой. Чего? Хорошо, так уж и быть. Принесу домой в целости и сохранности. Ну все. Кучу бабла, наверное, стоит. Я пойду, до свидания. Мой сынок самый лучший. Я пошла. Правда, заберешь? Забрала. Что, в чем дело? Пахнет? Проверяю, не надушились ли вы.
Все чисто. Прошли проверку. Я волновалась, ведь на ужине ваша бывшая, но больше не буду. Больше не ходите в офис, будьте всегда рядом со мной. Договорились? Как близко. Вот так? Вот так. Эй, ты чего толкаешься? Дэхён! Сказал же тебе, убирайся тщательней! Простите, простите! Извинись! Простите! Совсем чокнулся, а? Ты зачем над ней издеваешься? В чем это она провинилась? Мама, все не так. Разве так я тебя воспитывала? Бедная моя Сэтпёля, если бы я не вернулась, а? Господи! Псих конченый! Было бы замечательно! Мама, ты что-то забыла? Зачем пришла? Забыла, да. Забыла забрать Сэтпёль с собой. Я ее забираю, а что? А зачем она тебе? Она же к экзаменам готовится. Магазин не место для учебы. Пусть учится дома. Пойдем. Мне и тут неплохо учиться. У меня есть где учиться. Да что за глупости, пошли. Все, решено, снимай. Да все в порядке. Вот так вот пошли. Правда? Шевели булками. Следи за ним. Отпустите. Пойдем домой быстрее. Как вообще в голову пришло ее толкнуть, а? Надо было надавать ему тумаков. Крыша поехала, совсем обезумел. Чем могу помочь? Мне нужно поговорить с вами, менеджерчики. Да, а о чем? Председатель хочет назначить вас консультантом в головной офис. Меня? Будете представлять всех владельцев филиалов. Я ведь только год работаю, не думаю, что могу представлять других владельцев. Вам следует предложить это другим, более опытным владельцам. Пожалуй, я откажусь. Но, Дэхён... Хорошо, если честно, хотела извиниться. Прости, что разочаровала тебя и за то, что уволили без причины. Я правда хочу взять на себя ответственность за это, ведь все из-за меня. Но это еще не все. Думаю, я ясно озвучил свое решение. Так что прошу меня извинить, я откажусь. Можете идти. Скоро Сэтбель должна меня сменить. Не хочу, чтобы она неправильно поняла. Мама! 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 Здравствуйте. Чего снова заявилась, если даже район не нравится? Нужно кое-что вам сказать. Председатель хочет назначить Дэхёна консультантом в головном офисе. Но Дэхёну, видимо, неудобно. О чем это ты? Он будет представлять более 13 тысяч владельцев филиалов и работать в головном офисе руководителем. Руководителем? Значит, он будет получать сотни миллионов вон? Да, конечно. Так почему же ему, может быть, неудобно? С чего бы это? Думаю, из-за меня. И моя мама плохо обошлась с вами и отцом. Уверена, что только Дэхён сможет справиться с этой должностью. Он будет представителем 13 тысяч владельцев франшиз.
Я поговорю с Дохёном об этом. Спасибо вам. Мама, уже пришли? О, привет, Сэпёль. Как вы? Хорошо, иди и поработай на славу. Боже, ты сегодня в белой блузке. Красавица. Да, иди. Все хорошо. Я приму это во внимание. Хорошо, пока-пока. Если у вас все, можете идти. Не волнуйся, просто иди на работу. Не беспокойтесь, и так собираюсь. Да, это все, что есть. В прошлый раз я видел... Думаю, это было там. Менеджер Чхи, что-то случилось? Ну... Здравствуйте. Она расследует дело о сталкере, поэтому я решил помочь. Дал записи с камер. Позвоните, если что-нибудь найдете. Хорошо, спасибо. Вы ведь поймаете преступника? Конечно. Есть и свидетели, и доказательства. Прошу, поймайте и накажите его. Да. Постараемся поскорее поймать и предотвратить распространение видео. Что ж, я пойду. Хорошо, удачи. Спасибо. Поехали. Это еще что? Я же пришла вытрясти деньги с нее. Почему нас поджидают копы? Черт, с ума сойти. Нам кранты, да? Странно ведь было, что она дала себя избить. Подставила, чтобы заявить на нас. Как они предотвратят распространение видео? Нам нечего терять. Устроим заварушку. Загрузка. Девушка Канжука из группы «Кровь из носа»? Боже, участница этой группы была задирой? Не думал, что они такие. Вот так сюрприз. Название у них тупое, но ведут себя еще тупее. Эй, Канжуку угрожали? Он ведь не заодно с ними, да? Быть не может, Чун Инбёль угрожала ему? Встречается с несовершеннолетней? Кто ж знал, что он такой поддонок? Канжука и Чун Инбёль видели на свидании вместе. Дочка! Не подходи. Снято. Молодцы. Хорошо. Превосходно. Давайте настрою. Вон же, принеси воды. Как прошло? Хорошо? Боже, так устала. Отлично справились. Возьми. Что? С ума можно сойти? Что это? Кто? Очень трудолюбивая актриса Ким Йон Сук, слушаю вас. Здравствуйте, это директор Анна из Мегахит. Прошу прощения, я сейчас на съемках. А кто вы? Это же мама Инбёль, верно? Что? Я играю маму Кэттона. Становлюсь зомби и кусаю девушку. Что, вы не мама Чон Инбёль из Fancy Girls? Черт, точно. А, да, верно. Это я, конечно. Алло? Алло? Кто она? Выкладывай! Что? Погодите, погодите. Что? Черт, бесит. Столько работала над этим. Черт, кто раньше меня публиковал? На самом деле, Чанжук встречается с ее сестрой.
Здравствуйте, это менеджер Кан Джиука, директор Пен. Вы же близки с репортером Хван из «Рискни, поймай». Прошу, свяжитесь с ней, сделайте что-нибудь. Да. Я не могу сидеть сложа руки. Позвольте увидеться с Эдбёль. Эй, Кан Джиук, сейчас не время беспокоиться о ней. Я мигом, обещаю. Эй. Если шагнешь за порог, считай, все кончено. Круто! Так и знала! Рискни и поймай! Привет, посмотри видео. Не может быть! Что там? Оно было у Чинджу? Сделаем все возможное, избавим Чинджу от обид. Сестра хулиганка певицы, кровь из носа. Пакет нужен? Да, нужен. Шок-контент. Сестра задира, певица, кровь из носа. 18 тысяч вон. Глянь. Это же Сыпёль. Она была хулиганкой. Сыпёль, прости. Можно мы пойдем? До свидания. Подождите. Пока. Постойте. Сестра Чонанбёль хулиганка. Видео нападения. Шокирующие новости о Чонанбёль. Давайте выясним, кто сестра Инбёль. Чем занято агентство Инбёль? Сестра Чонанбёль хулиганка. Видео нападения. Какого? Сыдбёль! Ты даешь взбучку хулиганам, но ты не хулиганка. Менеджер, то видео. Гамби и Джо угрожали, я просто пыталась им помочь. Честное слово. Что мне делать? Из-за меня у щеночка и Инбёль проблемы. Я даже вас в это втянула. Нужно было в полицию обратиться. Я вас не послушала и все испортила. Сэдбёль, ты не издевалась над ними. Вы с Инбёль не хулиганки. И с Джиуком вы просто друзья. Это чистая правда. Слегка запоздала, но мы можем все исправить. Как? Честность – лучший выход. Не сбегай, не прячься. Просто честно расскажи обо всем. Я буду рядом с тобой. Ничего не бойся. Сыдбёль, все будет хорошо.
Честность – лучший выход. Не сбегай, не прячься. Менеджер, это Сетпёль. Обычно я убегаю и сама решаю все проблемы. Так я поступала в прошлом. Но сейчас все изменилось. Мне есть на кого опереться. У меня есть люди, которых не хочу разочаровывать. Так что не могу все бросить. Знаю, вам это не понравится, но я должна поступить по-своему. Раньше я никогда не наносила удар первой. Я всегда защищалась и всегда побеждала. Так что не волнуйтесь. Просто пообещайте, что не перестанете верить мне. Что бы ни случилось. Извините. Было круто! Ты потрясающий, опа! Он так хорош! Я готов к бою. Привет! Вы мне правда нравитесь? Всегда выбирайте лучшее место для смерти. Та же фигня. Я умирал от желания увидеться с тобой. Помните, как она меня отделала? Конечно! В тот день я не мог уснуть. Заткни свою пасть. Эй, Кочуджан! Кочуджан? Я готова была отдать все мои деньги. Зачем нарываешься? Ты позвонила в полицию! Эй! Пустите! Пусти! Я только что налил кипятка в лапшу. Даю 3 минуты, пока лапша не размякла. Не переживай, я закончу раньше. Перед тем, как начнешь есть лапшу, твое лицо превратится в фарш. Знаете, что символизирует лоток? Любишь лоток? Да, очень люблю. Начнем. Кулак змеи. Тайцзи. Лотук, не бей меня. Опа, ты как? Блин, офигеть.
Где ее телефон? Он разблокирован. Я вам верну. До свидания, Сет Бёль! Блин, боже мой! Рискни и поймай. Чего вы хотите? Я журналист, просто публикую факты. Не надо! Извините. Что? Держите. А что это? Вам нужны только факты, верно? В этом телефоне вся правда. Напишите об этом. Мне все равно, что будет со мной. Но я не хочу, чтобы о моей сестре, друзьях и начальнике думали плохо. Сделайте одолжение. Похоже, она ушла вчера вечером, но ее никто не видел. Я попробую найти ее. Мне нужно было сказать правду и не покрывать ее ложь. Простите. Извините. Спорт намного интереснее, когда смотришь его с азартом. Сделай ставку у нашего спонсора 1xBet и побеждай вместе со своей командой. Сейчас возвращается множество спортивных событий, топ-лиг и кубков. Регистрируйся на сайте 1xBet с промокодом SOFTBOX и получай дополнительные бонусы. Сыпель, прости. Это я во всем виновата. Ты ничего плохого не делала. Я за все отвечу. Что ты будешь делать? Это все моя вина. Все случилось из-за папы. Папа! Все хорошо, Эмбёль. Все в порядке. Прости, Сет Пёль. Прости меня за все. Ты не делала ничего плохого. Папа! Прости. Прости меня. Мне так жаль. Прости. Чон Чульмин, награда за храбрость. Обычно с тобой трудно встретиться. Ты согласился только, когда услышал о Сет Пёль. Ты хотел встретиться здесь, чтобы нас не увидели вместе? Поздоровайся. Это отец Сет Пёль. Что? Если бы не он, меня бы здесь не было. Я хотел отплатить ему. Присматривая за Сет Бёль и Эмбёль. Им тяжело было расти без отца. В статье ты правильно написала. Я хотел стать парнем Сет Бёль. Но ей нравится другой. Черт.
Здесь? Да, мы пришли. Зайдем? Эй. Мама. Здравствуйте. Чего застыли? Ну, тут такое дело. Я все знаю. Прочитала в интернете. Это все неправда. Мы ничего не делали. Честное слово, я вас никогда не обману. Поверьте. Заходите. Что? Идем. Ешьте. Налетайте давайте. Приятного аппетита! А ты чего не ешь? Когда в жизни все худо, помогает набитое брюхо. Ешь. Спасибо. Сетпёль. Я, конечно, тебе верю. Но если вдруг ты и правда поступила неправильно, то наступи на свою гордыню и извинись. Я же теперь за тебя отвечаю. Что? Вы? Да, кто же еще? Так что если делаешь что-то плохое, значит часть вины лежит и на мне, раз уж я тебя сюда привела. Мама... Впредь не совершай подобные ошибки. Поняла? А не то так отчитаешь, что всю жизнь помнить будешь. Извините, а кроме кимчи никаких закусочек нет? Или мяса? Это та самая пройдоха-сестра, да? Ну да, сразу видно, что девчонка проблемная. Кстати, Дэхён целый день тебя ищет. Позвонила бы, что ли? Ладно. Ешьте. Совсем голодная, да? Не реви. Не реви, не плачь. Ешь лучше. Не плачь. О, да, чинго. Если загрузить в соцсети, когда уже будешь звездой, такую волну поднимет, чтобы на следующей неделе вдвое больше притащили, ясно? Районное отделение полиции Сеула посмертно наградило мужчину, который скончался, пытаясь остановить пьяного водителя. Чон помог образумиться многим нарушителям. После смерти жены растил в одиночку двух дочерей. Чудненько. Теперь уж точно никаких сплетен. Не гопницы сестры, а сестры и гопницы. Порой все совсем не так окажется. Дебютиро Fancy Girls Эмбёль прославилась своим кровавым выступлением. Алло? Это журналистка Хван Ино из «Рискни, поймай». Я опубликовала статью на сайте. Прочитай. Статью? Все только ухудшили слухи о том, что старшая сестра Эмбёль встречается с Канжуком. На самом деле история их знакомства разобьет вам сердца. Мы, «Рискни, поймай», взяли у участников этой истории эксклюзивное интервью.
Сыпёль. Спасибо. Сыпёль. Ну, дурёха. Именно их отец раскрыл талант Канжоука и помог ему стать известным. Дэхён! Эй, Сэбёль. Ну ты... Потом отчитайте. Сейчас можете просто обнять. Иди сюда. Ты представляешь, как я волновался? Не поранилась? Ничего такого? Нет. Это хорошо. Ты же пострадать могла. И все же, ты потрясающая. Прямо как Чон Чольмин. Вы знали моего отца? Конечно, знал. Твой отец был удивительным человеком. Столько хорошего сделал. Всегда хотел быть как он. Я в шоке был, когда в статье прочитал, что это твой отец. Сэдбёль, я же в додзё его обучался. Правда? Да. Вам в то время ничего не запомнилось? Особенного? Чего-нибудь особенного? Ну да, припоминаю. Малышка, ты в порядке? Если честно, когда мама узнала, что я в зале вечно зависаю, нехило так отлупила. Чтобы учился, а не фигней страдал. До сих пор больно. Кстати, завтра же ваш первый день в головном офисе, да? Я не говорил, что вернусь туда. Ну и не говорили, что не вернетесь. Можете оставить магазин под присмотром верной сотрудницы и заняться тем, чем всегда хотели. Сэдбёль. Меня беспокоит, что там вы будете бок о бок с бывшей. Но вы не сомневались во мне, верили до последнего. А значит, я должна верить вам. К тому же я знаю, что там вы будете вершить великие дела. Правда же? Кажется, ты голодная. Пойдем поедим. С радостью. Говяжий доширак? Отлично. Мои поздравления, Дэхён. Спасибо. Надеюсь, сотрудничество будет плодотворным. И я. Пошли. Мне до сих пор не верится, что вот он я. Снова в головном офисе. Мы зарабатываем на магазинах, обслуживающих людей. Это не производство машин или телефонов. Зато магазины могут поддерживать малый бизнес и сближать живущих неподалеку людей. Я, как франчайзи, пришел сегодня к вам со множеством разных идей. Надеюсь, мы сможем воплотить их в жизнь. Какая речь! Люблю тебя. Люблю. Я... Сэдбёль. Ученица Сэдбёль. Учителя, что? Ой, щеночек! У тебя все хорошо? Да, а у тебя? Точно, взгляни на это. Я собираюсь сдавать экзамены.
Сабель, прости. Я переживал за тебя, не мог прийти. Я ведь трус, да? Что? Да ничего, ты не трус. Даже если бы пришел убийца, мы бы не смогли. Да, и именно из-за тебя журналистка статью написала. Ты первая ей все объяснила. Мы оба молодцы, скажем так. Кстати, как эта фигня называется? Ну, там, где Железного Человека снимали, Голливуд, да? Ты же туда полетишь, да? Я еще ничего не решил. А, вот как. Сабель, я... Нечего тут и думать. Что? Лети в Голливуд и становись известным. А я буду хвастаться, что дружу с голливудской звездой. Ладно, тогда я точно стану звездой. Ну, конечно, еще бы. Ты же мой друг, щеночек. Ладно, увидел тебя, теперь пойду. Нужно чемоданы собирать. А уже улетаешь? Удачки тогда. Пока. Канджиук! Спасибо, что был моим другом. И тебе спасибо. Пока. Пока. Удачи! Ничего, и так нормально. Мне и этого хватит. Добро пожаловать! Дэхён! Сэтбёль! Все прошло хорошо? Да. Вижу, учишься в поте лица. У меня для тебя награда. Награда? Сэтбёль. Слушай. Сэтбёль. Я... Я боюсь.